Приветствую вас, зрители моего канала. Сегодня вам хочу рассказать и продемонстрировать работу в программе Ovin Logic, а также запись локальных переменных и сетевых переменных, а также перенос их в облако Ovin Logic. Запись параметров. Давайте начнем. Создаем локальную переменную. Вот я делаю на данный момент на котел хроматику. Он небольшой. Будет у меня одна авария. Пуск стоп. Температура подачи. Контур. Температура обратки. Контур. Температура помещения. Пит регулирование. Еще не дописал само пит регулирование. Вот. Так. По поводу аварии. Локальная переменная. Вот, сейчас создаем новую переменную. Назовем ее как авария котла. Тип переменной бутлеровская, энергозависимая. Далее привязываем ее к первому входу. Далее создаем сетевую переменную. Называемые аварии котла также. Только с точкой. Если не поставить точку, он не запишет, так как в локальной переменной и в сетевой переменной одинаковые названия не могут, не воспринимает систему Ovin Logic. Адрес регистра 519. Так, создаем локальные переменные, выбираем аварии котла. Так, да, нужно приставить блок. Вот. Далее записываем проект в прибор. Проект записан. Далее заходим в Ovin Cloud. Там как зарегистрировались, все нормально. Вот я уже переменные ввел. Вот температурный пуск стоп котла, вот сейчас он выключен, 0, когда включен, уставку даем единицу, он включается. Температура подачи, обратки. Так, чтобы нам записать переменную аварии котла, заходим в настройки параметров. Прибавляем переменную. Название переменной. Аварии котла. Аварии котла. Функции чтения. Третья. Функция записи незаписываемая. Так, вот код параметра. Если вы будете вводить на русском языке, он вас не прочитает. И цифрами тоже. Разработчикам я задавал этот вопрос. Ну, мне на это разумительного ответа не дали.
Переходим на английский. Авария. Котла. Так. Формат данных. Int16 для булевской. Порядок байт. Младшим битом вперед. Так. Перевод в хек. В хеке у нас будет. Сейчас посчитаем. 200. 206 получается вроде. Ну, сейчас проверим. Так, сохранить. Сохраняем. Так. Вот аварии котла. Заходим в просмотр. Так, она не высвечивается. Не высвечивается она, потому что здесь вот настроечные параметры. Командную строку мы галочки нам, точнее, галочки не поставили. Посмотрим. Котла. То есть соединение с модемом, она обновляется, все должно обновиться, ну, в зависимости от связи, связь не очень хорошая. Вот. Ну вот система-то сама, облако, точнее, OpenCloud, она более-менее нормальная. Так, аварий котла, текущие значения, правильно, давайте посмотрим, в чем ошибка может быть, так, 205, здесь у нас может, так, здесь вот именно в адресе регистра, 207 поставить, посмотреть. 207. Посмотрим. Сейчас она обновится. Так, да. Недорассказал еще. Ну, сама OpenLogic, точнее OpenCloud, более-менее система. Ну, визуализации нет, только вот в таком разряде. Визуализацию прописываю, перевожу дальше отсюда, с этого облака, на программку SimpleSCADA. Вот, у меня хорошая визуализация. Вот. Там есть бесплатная версия, есть платная версия. Там параметров платный побольше. И подключаемых устройств. Вот. То есть все неправильные. Что-то неправильно сделали. Так. Функции записи. Это наш. Давайте посмотрим. Так. 16. Здесь на шестерку выставим сейчас. Аварии котла. То есть тут сигнал с прибора придет, единичка, потом программа. Ну, примерно вот так вот получается. Вот. Так. Теперь продемонстрируем запись параметров. Допустим, пуск котла. Здесь единица 0.
Единиц включить. Сейчас. Вот. Момент. Выключено. Включиться должен. Вот из-за того, что связь хреновая еще. Теле-2 сим-карты вставлю. Вот. FPM210. Вот. Она включилась. И команда исполнена. Есть текущее значение. Единичка. Также дублируется температура, подача, обратки, помещение. Также на приборе. Я еще визуализацию экрана не выводил, но вот один только вывел. Вот. Вверху 30 подача, внизу 25 обратка, слева минус 23 помещение. Датчики накладные. Термосопротивление. Вот. В следующий раз вам расскажу о Simple SCADA. Вот. У меня есть, кстати, да, Simple SCADA открытые. Сама изоляционная схема. Вот я с нее буду переносить переменные. То есть температура. Датчики, псевдометан, контроль факела, аварии котла. Вот. На этом всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь.